Отлично. Я опять же повторюсь. Валентайнс. Мой любимый вискарь. Честно, вот много пробовал, но вот этот мне нравится. Не-не-не. Они не наши спонсоры. Наши спонсоры Nike. Они нам дают кроссовки. Бесплатно. Вообще, что бы не сказать. Ну, как бы, и у нас вообще все бесплатно обычно. Вот Nike. Там. А как же Puma? Puma отстой. Говно. Сака. Не, на самом деле мы тут поем, да, Puma Олимпика. Но это просто как примета времени, все дела. Вообще Puma не рекомендуется. Да просто сегодня третий день подряд, как мы играем концерты. И, знаешь, начинает уже голова начинает немного по-другому работать. Просто как бы алкоголь третий день подряд. Он на старых дрочах так хорошо работает. Но благодаря ему мы сегодня сыграли неплохой концерт. И благодаря ему и ему еще. Русская душа, она особенная. Я вот это знаю. Вот, например, взять Чайковского. Умирал человек. Шестая симфония, да? Последняя, да? Шестая. Да. По-моему, шестая. Шестая симфония. Человек чувствует, что скоро ему придет конец. И он пишет музыку об этом. О том, что он смертельно болен. Ему плохо. Он нетрадиционной ориентации. Все вообще плохо, но он прожил достойную жизнь. Он оставил наследие. Неэтическое наследие. И он пишет об этом симфонию. Это потрясающе. Просто если подумать о том, что он чувствовал в этот момент, и послушать эту музыку, ты просто сразу понимаешь, вот в России есть люди, которые способны выразить вот этот вот, вот это чудо жизни, вот эту силу вообще вот свою как-то просто излить ее в музыке. Их очень мало, и их уже нет. Вот русская музыка, она закончилась в начале 20 века. Шостакович умер, а все. Ты? Да я вообще, господи, что обо мне речь не идет. Причем тут мы вообще? Мы так, знаешь, подпердываем уже. А Шостакович, он реальный был чувак. А Рахманинов? Ну, правда, многие, знаешь, вот эти вот снобы такие, знаешь, такие, ну, Рахманинов это скорее не композитор, а пианист. Охрененная музыка, она свободная по своей сути. То есть ты слушаешь, например, его прелюдии, цикл прелюдий, значит, и каждая из них, она может, она свободна, она может развиваться в любую сторону, в какой ты только представишь. И просто он выбрал определенное направление, и вот они вот так звучат. На самом деле, если бы он был, например, джазовым музыкантом, у него было бы 10 тысяч тейков, и они все были бы охуенные. Потому что Рахманинов это пи***. Ну вот, а вы говорите, Земфира. Земфира вообще, она, что бы она понимала вообще? Она, конечно, наверное, понимает, ну, о чем я. Вот, не говори ничего, вот, а то потом нас это побьют. Да никто нас не побьет. Ее эти фанаты лесбиянки, они еще не могут. Загадочная русская душа. Она когда просыпается, она уже просто тебя не отпускает. Ты просто не можешь уже быть свободным человеком. Ты что-то чувствуешь, пытаешься выразить, а у тебя не получается, потому что вокруг пиздища, разруха. И ты просто погибаешь постепенно, там, годам к 50. Мы расслабились.
ушли немного в себя, но люди остались довольны. Все почему? Потому что раскрыл душу русскую. Да, Россия. Шапку озим, кулаком в грудь, водки выпил и на мороз. Голый. Но у нас как бы не водка, у нас, значит, заграничное бухло. Но водку так вот из стакана просто не попьешь. Водка, она все-таки это правду жизни фильм, раскрывает. Пьешь, понимаешь? Я вот не знаю, как насчет интеллигенции там 19 века. Я думаю, они дико пили. Русский человек, он почему пьет? Он пытается что-то вот в себе нащупать такое и что-то вот как-то выразить. Вот если Филипп Киркоров, который недавно женщину отпи***л, неплохо. Не завели. А он нюхнул? Он нюхнул. У него немного маниакальный психоз. Он, знаете, он не выспался. Там, ну, бывает всякое, да? Но он уже взорвался совсем. Он как бы понимает, что он главный. На самом деле не так это все. У него карма, она потихоньку, но портится. Да, даже не потихоньку. И в определенный момент... В последнее время стал так не очень. В определенный момент всю свою жизнь он был пос... Вот. И в определенный момент... Ебать, какая-нибудь дикая болезнь вообще. Не-не-не-не, знаешь, что будет? Его толчки пидорасы поймают и отпи***ют потихоньку. Может и так. Он будет радоваться. Вряд ли он будет радоваться. Но мне кажется, после Аллы Борисовны уже ничего не страшно как бы. Мне вообще очень нравится в Казани. А теперь и в Уфе мне, в принципе, очень нравится. Вот. Но правда, по этому месту непонятно вообще. Вот люди, они как бы готовы угореть или нет. Но вот все, кто сегодня были, они... И искренне как-то вот реагировали, так было классно. Лучше всего подумать хорошо головой, что тебе хочется. И забить на все, на любое вообще общественное мнение и заняться именно этим. И тогда все будет хорошо. Я вот не получил высшего образования. И не жалею об этом, мне это не нужно. Потому что на самом деле оно не обязательно. Вот Андрей получил, но как бы если бы он не получил, он бы был таким же Андреем, как и сейчас. С другой стороны, оно мне помогло задержаться в городе, в котором мне нужно было задержаться. Да. Если бы он уехал раньше, мы бы с ним не познакомились. То есть, вообще, надо помнить, что все в жизни не случайно. Главное, не забывать, что все приходит вовремя. Главное знать, что ты хочешь. И тогда ты можешь плыть по течению, и тебя жизнь вывезет в нужные места, в нужное состояние. Люди, главное, знаете, куда себя деть. Задумайтесь сразу, что вам надо. И тогда все будет классно. Если вы поймете, что вам надо, и начнете это делать. Блин, это так просто, это элементарно. Башкирия, Татарстан, Удмуртия, там все регионы должны задуматься просто о том, чего им надо от жизни. Да, что нужно для того, чтобы ты был счастлив. А не вот это вот, типа, так, мне нужно, знаете что? Вот, закончить все тут. Потом на хату заработать. На хату заработать, завести семью. Все это вам придумали родители. Они как бы понимают кое-что в жизни, но не все. Вот. Вы поймите, что вам надо, реально. И все будет хорошо. Вот мы счастливы. И мы пьяные, веселые, и там хорошо. Отлично.